А вы знаете, есть вещи, которые категорически нельзя делать на своей кухне. Почему, вы спросите? Дело в том, что таким образом вы привлекаете плохие события в свою жизнь, бедность, проблемы, болезни. Поэтому никогда не делайте это на кухне. Итак, никогда на столе не оставляйте кухонную утварь, именно пустую. Это касается и чашек, и тарелок, кастрюль, сковородок и так далее. Потому что пустота, она притягивает только пустоту, а значит, несет в вашу жизнь только убытки и потери. Далее, ваша скатерть всегда должна быть покрытой. Это должен быть всегда скатерть, должна быть она чистая, без дырок, без порезов и так далее. Помните о том, что стол – это ваше изобилие, это ваш достаток. На столе и вообще на кухне не должно быть битых, надколотых, треснувших чашек, тарелок, блюдцев и так далее. Дело в том, что эта посуда такая не только привлекает нищету и бедность, но а также скандалы, ссоры и недопонимания в семье. Также откажитесь от чужой кухонной утвари на своей кухне. Вообще научитесь пользоваться только своей. Что-то вам необходимо, пойдите, купите заодно и сможете обновить энергетику в доме. Далее, не садитесь и не вставайте на стол ногами. Иначе таким образом вы показываете свое неуважение к столу и, скорее всего, в ближайшем будущем приобретете проблемы в свою жизнь. Далее, никогда не передавайте нож из рук в руки во время трапезы, иначе в семье будут постоянные проблемы и скандалы. Девочки и мальчики, прямо сейчас в комментариях напишите слово «достаток» на моей кухне, и эта вселенная обязательно это вам поможет приумножить. А сейчас на экране вы видите два всплывающих окна, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите всех вам мыслимых и немыслимых благ.